troubled when you're down. In trouble when you're down. In trouble when you're down. In trouble. Друзья, в общем, два, сука, часа ровно прошло с момента, как мы приземлились и как мы прошли паспортный контроль. Перед нами был какой-то самолет с беженцами, блин, из Сирии, и ребята конкретно так играли в спецназ. Я знаю, как на них. Наконец-то свобода. Вы знаете, что мы любим хвалить BMW. Мы знаем, что вы не очень любите, когда мы хвалим BMW. В этот раз у нас непростая задача. У нас 2000 километров для того, чтобы вы не полюбили BMW, но хотя бы задали себе вопрос. Может быть, авторевизор все-таки в чем-то доправ, когда говорит хорошо про BMW. Мы взяли в Германии самый дешевый реестровый 320 BMW, который только смогли найти у официального дилера. И даже если вы пробитый ЖДМщик, от этой машины вы обалдеете. Впереди 2000 километров, за которые я попробую объяснить вам, в чем магия BMW, а Владимир откроет для вас кузов F30 заново. А заодно мы расскажем вам про надежность и про то, дорого ли содержать трешку BMW. Но для начала я должен сказать одну очень важную вещь. Я не люблю BMW. Я люблю Mercedes SL в 230 кузове. А BMW у меня по довольно прозаичной причине. Просто последние 20 лет они делают лучшие в мире автомобили. Привет, меня зовут Кирилл, и я BMW-дрочер. Привет, Кирилл! Вообще, мне не особо нравится дизайн BMW. Точнее, те BMW, которые мне нравятся внешне, имеют ужасный салон. А те, что с красивым салоном, уродливы внешне. Если честно, мне даже рыжая подсветка не нравится. И давайте будем откровенны. BMW это далеко не самые быстрые и не самые мощные машины. И у них точно не самые высокие пределы. Поэтому долгое время я был уверен, что какой-нибудь Passat делает все то же самое, но за меньшие деньги. И разумеется, как и все, кто так думает, я считал себя умнее остальных. Но потом я проехал 50 метров, которые изменили мою жизнь. 50 на трешке BMW, правда, серии E90. И вот тут мы переходим к главному. Мне не нравится F30. Я считаю, что эта машина — это прогиб BMW. Прогиб перед нытиками, которые
стонут, что BMW слишком жесткая, что комфорта слишком мало. В итоге идеальная BMW – это E90. Это идеальный баланс между драйвом и скоростью. Поэтому самое хорошее в F30 то, что это глубоко модернизированная E90. То есть, в отличие от новой трешки BMW, у этой машины еще не все потеряно. Вещь, из-за которой я готов держать в своем гараже F30, это M-подвеска. Ведь учитывая, что живых E90 почти не осталось, а от BMW в новой G20 примерно столько же, сколько от Toyota в новой Supra, F30 с M-подвеской — это ваш последний шанс узнать, что такое мифический Ultimate Driving Machine. Правда, сначала вам придется перестать слушать тех, кто никогда не нарушал скоростной режим. Ведь именно им мы обязаны мифу о том, что M-подвеска слишком некомфортная. M-подвеска — это очень комфортная подвеска. Мало какой Airmatic так стелет. А просто как только вы садитесь за руль BMW с M-подвеской, дороги перестают быть ровными. Ну вот, например, вот этот вот чудесный автобан у нас впереди, оказывается, он весь состоит из шпал. Следующий миф о тех, кто ненавидит водить. У BMW настолько жесткая подвеска, что за первый километр пути у вас потрескаются зубы. Но правда в том, что она не жесткая. Да, она плотная и короткоходная, но лежачей вы проедете мягко. Пока амплитуда неровности не выйдет за разумные пределы, трешка по комфорту не будет отличаться от машин, у которых вместо подвески желе. Единственное, чем вам придется пожертвовать, это шейными позвонками. Увы, вертикальное ускорение и нагрузки – неизбежная плата за короткоходность на неровной дороге. Взамен мы получаем высококонцентрированное водительское удовольствие. Вот в этой машине ты садишься, и ты просто с задним умом понимаешь, что здесь все сделано правильно. Даже если ты владелец Сузуки, даже если ты владелец Мазды, даже если ты владелец Субару, и ты будешь вот поливать грязью, такой фу-фу-фу, какое все тут говно. Внутри, твой внутренний голос, он-то знает правду, и он говорит: вау. Проснувшись утром, вы не будете хотеть чашку кофе, вы будете хотеть поскорее за руль. Если вы владелец Сузуки, ненавидите жизни окружающих и уже дописываете комментарий, что BMW жесткое, некомфортное говно, вы просто возьмите BMW на тест-драйв, попробуйте проехаться на этих машинах, и вы снова полюбите жизнь. Вы будете жить ради того, чтобы ездить, чтобы поворачивать. Вы превратитесь в счастливого 10-летнего пацана, которому дали карт. Пока вы сами не сядете за руль, вы не поймете, для чего нужен BMW. Да, некоторые из вас сразу воспламенятся и сгорят. Но только за рулем BMW вы, наконец, попробуете, что такое удовольствие от вождения. Не ощутите, не поймете, а именно попробуйте. Ведь в BMW удовольствие — это не эфемерная величина, это законченный продукт. Его можно нарезать ножом, положить на тарелку и взять с собой. Однако, возможно, Сузуки в вашей жизни был слишком долго, и вы уже никогда не сможете радоваться. Даст ли вам трешка BMW что-то в этом случае? О да, контроль, абсолютное могущество над дорогой, всевластие. Уровень вседозволенности сравним с 911-м. Но в 911-м у тебя только рождаются комплексы от того, что машина может больше, чем ты. А у трешки подход куда круче. Не машина может все, ты можешь все. Пересесть на BMW — это как принять таблетку НЗТ из фильма «Области тьмы» с Брэдли Купером. Ты начинаешь все видеть и контролировать. Обычные машины используют свои возможности на 30%. BMW на 110. За рулем трешки тебе даже не нужно для этого напрягаться. Ты все видишь в зеркала. Тебе больше не нужны тормоза, потому что ты можешь все просчитать заранее и хирургически это исполнить. И тебе даже не нужна для этого вся мощность. Это потрясающе. В 2020 году вам доступно вот это волшебное чувство, с которым советский человек пересаживался с «Жигулей» и «Москвичей» на иномарке. Пересев с любой современной машины на BMW, вы испытаете то же самое чувство, которое испытывали ваши родители, пересев с «Восьмерки», скажем, на Volkswagen Golf. И знаете, это очень опасное чувство. Ведь после владения BMW у вас будет устойчивое ощущение, что другие машины создавали люди, никогда не сидевшие за рулем. И это жуткое проклятие BMW. С этих машин не на что пересаживаться. Потому что после владения BMW на все остальные машины вы будете смотреть вот так. Что это? Что это? Почему? Варум!
Что это? Что это было? Что я только что снял? Что это было? Теперь вы понимаете, почему все владельцы троек с таким ужасом смотрят, как BMW идет не туда. Чтобы понять, о чем речь, окунемся в историю. Можно я расскажу? Привет, мой юный зритель, и добро пожаловать на первый урок автомобильной истории на канале Авторевизорро. Тема сегодняшнего урока – BMW 3 серии. Впервые мир увидел тройку в 1975 году. Это был кузов E21, преемник BMW 2002 и родоначальник всего понятного и знакомого в марке BMW, что мы любим и используем по сей день. Именно с E21 BMW начали использовать привычные нам обозначения кузовов, состоящие из латинской буквы и двузначного числа. Именно с E21 баварцы перешли на новую схему обозначения моделей. Теперь все модели имеют названия, состоящие из трех цифр, где первая — это порядковый номер серии, а последующие две — индекс мощности, и буквы в конце, будь то I для бензиновых моделей и D для дизельных. Ну, то есть 320D — это BMW 3 серии с дизельным мотором 2 литра, вы поняли. Это оказалось удобно, понятно, и поэтому такое обозначение применяется до сих пор. И вот не надо думать, мол, сейчас все в BMW поперепутали, и 318 — это тройка с полуторалитровым мотором, что вообще такое, а вот раньше-то все было логично. Модель, объем двигателя, ни хрена подобного. Баварцы всегда творили какую-то лютую дичь, и в далекие 80-е на рынке существовало целых 4 тройки с объемом 1,8 литра с индексами 316, 318 и даже 320. Сейчас хоть как-то разобраться можно, ага, вот вам и раньше было лучше. Так, ну мы что-то отвлеклись. Появилась первая тройка в 1975 году. Как и предшественник BMW 2002, она была двухдверным седаном. Что это за дичь, спросите вы? Да фиг его знает. Раньше так называли купе, не знаю почему. Двери, видимо, были с рамками, а это верный признак седана. Именно E21 подарил нам первый кабриолет 3 серии. Правда, от стороннего ателье Баур. Развернутую к водителю центральную консоль и ставшую фирменной рядную шестерку под капотом в заряженной версии 323iS. Это уже не говоря о том, что E21 стал, по сути, первым BMW в современном понимании модельной линейки. А уже потом подтянулись всякие пятерки и семерки. Также E21 стал самым популярным BMW той эпохи и разошелся по миру более чем миллионом копий, навсегда определив будущее 3 серии как самой успешной серии марки. Выпускался этот кузов с 1975 года по 1983, но его преемник просто перевернул игру. В 1982 году появился кузов E30, который принес с собой больше места в салоне, новый внешний вид, улучшенную аэродинамику, но самое главное — огромное количество версий. E30 предлагался как седан с двумя и четырьмя дверями, как заводской кабриолет. Впервые был предложен кузов «Универсал», и именно на серии E30 дебютировал значок M3, ставший впоследствии культовым. Историческая хуйня, парни, не дать не взять. Полный привод также подвезли именно в этом кузове. Ну и разумеется, впервые появилась дизельная версия, куда ж без нее, ага, все мечты пердунов были полностью воплощены в E30. Дизельный универсал, дохлый автомат на 4 ступени, и все, поминай, как звали, дед умчался в закат. Разумеется, E30 продавался еще лучше, а производился еще дольше, вплоть до 1994 года. Однако его преемник подъехал чуть раньше. В 1990 году появился BMW E36, явивший миру факт, что даже в BMW могут сотворить чудовище. В линейке кузовов появился великий и ужасный компакт. Давайте я быстро вам его покажу и забудем этого урода раз и навсегда. В остальном машина стала еще комфортнее, еще быстрее, подъехал пятиступенчатый автомат, а для версии M3 впервые была предложена роботизированная коробка передач. Все уже довольно современно. E36 принес с собой ABS, стабилизацию, антипробуксовочную систему, вентилируемые дисковые тормоза спереди, а также хитро выделанный гидроусилитель руля с переменной степенью усилия. E36 прожил на конвейере до 2000 года, а уж со смены тысячелетия BMW выкатили настоящую легенду на все времена. Да, формально E46 начал производиться в 1998 году, но это все равно, считай, уже смена эпох. Великое дело, знаете ли. О да, E46 — это настоящий монстр. Ultimate Driving машину, паси гоп себе. Машины стали больше, комфортнее, безопаснее, быстрее и уж точно намного красивше. Чем же нам конкретно запомнился E46? Ну, конечно же, той игрой про уличные гонки, как ее там, IGM Most Wanted, розыгрыш M3 за репост паблик ВКонтакте. Участвовал в этом малолетний
Во-первых, это первая тройка, которая производилась в России на заводе «Автотор» в Калининграде. Во-вторых, они продолжили клепать этого урода в кузове Е46, он стал еще страшнее, за что, мама? В-третьих, вся современная электроника, которую мы любим, появилась именно здесь. Датчики дождя, всякие вот эти вот память сидений, крутые аудиосистемы, сотовая связь, компьютер с блютусом и прочая дребедень. В-четвертых, появились новые дизельные моторы с непосредственным впрыском, и ставились они уже даже на купе и кабриолеты. Дизельный кабриолет, да мир в тот момент просто челюсть потерял. Ай да BMW, ай да придумали, дизельный кабрик. Впрочем, мы можем долго перечислять, и ролик станет бесконечным. Скажу главное, BMW выпустили уникальный и неповторимый M3 CSL, который люди тут же расхватали в коллекции, потому что это вообще величие. Это был отличный автомобиль, и вчерашние школьники до сих пор яростно фапают на этот кузов, но корнями Е46 все еще уходил в 90-е, поэтому его время прошло. Смирись, ты мужик, мужики не плачут. Производство модели остановилось в 2006 году, и мир увидел нечто по-настоящему новое. BMW E90 увидел свет в уже далеком 2005 году, и мало того, что это была совершенно новая тройка, так еще и купе E92 лично я считаю самым красивым BMW всех времен и народов. Но оставим мои влажные мечты и поговорим о том, что явило миру E90. Хвала небесам, богомерзкий компакт отправили в утиль. Земля тебе пухом, братан, но там тебе и место. Кабриолет наконец возымел жесткую крышу, став чуть ли не самым правильным выбором при покупке E92. К слову, эти машинки до сих пор на вторичном рынке стоят овер до хрена. В M3 появился безбашенный V8, и это был зверь машин. К слову, за хорошие экземпляры на вторичке до сих пор просят овер до хрена, но связываться с ними опасно, ибо большинство из них уже мертвы. На купе начали ставить полный привод. Да-да, раньше такого не было. В салоне появились уже знакомые нам органы управления, центральная развлекательная система ЦИЦ, а также механизм подачи ремня безопасности в купе. По моторам, короче, вообще разрыв шаблона. Турбина в бензиновом моторе, чё? С E90 BMW стали комплектовать свои машины покрышками с технологией Run Flat, что как бы тоже не хухры-мухры, знаете ли. В общем, легендарная лайба делалась аж до 2013 года, ну а тут мы и подкрались к нашим баранам. BMW F30 ворвался в игру в 2012 году и в очередной раз показал всем конкурентам, как надо. Дизайн просто отвал башки, он был настолько хорош, что до сих пор не утратил актуальности, а на дворе уже 2020 век, я напомню. Кстати, именно в этом кузове свершилось великое разделение серий. Отныне только седаны универсала и гран-купе считаются тройками, а купе и иже с ними перекочевали на ступень повыше, как бы намекая на то, что чепырка более элитная тема, нежели тройка. Хотя негласно купе и кабриолеты всегда были круче седанов, а универсалов испокон веков ездили самые отбитые чудилы. В F30 появились все блага цивилизации. Старт-стоп, connected drive, проекционный дисплей, харман-картон, электроусилитель руля, диодная оптика. Двигатели революционизировали, стали доступны гибрид и даже полуторалитровый трехцилиндровый мотор. В качестве трансмиссии впервые был предложен автомат от ZF с 8 ступенями, который вообще уже считается чуть ли не эталонной коробкой всех времен. Ну и тут уже BMW окончательно потеряли связь с кукухой, поэтому обозначения модели перестали давать обывателям хоть какую-то полезную информацию, кроме непосредственно класса того или иного авто. BMW 330 вполне может оказаться гибридом с двухлитровым мотором и мощностью 184 силы, а 318i полуторалитровый трехцилиндровый ублюдок. В прошлом году, спустя 7 лет пребывания на рынке, производство F30 остановилось, однако на сегодняшний день это самый желанный BMW на вторичке, ибо он все еще актуальный, он очень хорошо выглядит, а также обладает всеми возможными опциями. На этом наш урок истории окончен. Если было интересно и вы хотите подобных исторических справок в будущем, лепите лосей, а мы возвращаемся к обзору. Ну а мы тем временем въехали в Польшу. Страну, где все ездят на грузовиках и коллекционируют битые автомобили. А еще Польша – страна подлого скрытого патрулирования. Смотри, как маскируются, а? Под трешку BMW замаскировались псы. И супа, который получается из всего, что не доели днем ранее. Мы в Польше всего один день, и я реально уже второй раз ем его, и это просто... Где лучше, на немецкой границе или на белорусской? Честно тебе скажу, на границе с Беларусью намного лучше суп флаки. Он такой зелененький, не очень острый, вот прям как надо, прям... Но вернемся к проблеме смены автомобиля. С троек BMW не на что пересаживаться, кроме как на следующую тройку BMW, ведь по задумке каждая следующая превосходит предыдущую. Но вот в чем дело. Если вам захочется новую тройку, то каждый день вам придется смотреть вот на это.
Поэтому трудно переоценить тот факт, что F30 все еще можно пойти и купить в неплохом состоянии. Да, возможно, это будет автомобиль с тремя цилиндрами, но если кто-то говорит, что вам этого не хватит, значит, он просто никогда не сидел за рулем BMW и не ездил на этом моторе. Потому что мощность ничто без контроля над ней. КПД трешки на асфальте 400%, и поверьте, вам хватит даже 50 сил из доступных 136, чтобы доминировать над остальными. Наверное, это одно из самых больших проклятий BMW. За рулем этой машины вы можете все, а вот окружающие за рулем своих машин не могут. И поэтому рано или поздно они начнут вам мешаться. Да, именно за рулем BMW вы понимаете, что для всех остальных движение – это тяжкий труд. Для некоторых даже боль. Они ненавидят движение, они любят покой. И к великому сожалению, у многих из них моторы по 3,5 литра. Этого не хватит, чтобы быть быстрее вашей полуторалитровой BMW, но хватит, чтобы уже начать мешаться вам под колесами. В BMW знали об этой проблеме, поэтому в трешке даже предусмотрен режим обычного автомобиля. Он называется Eco Pro. Но если вы переключите с него, вы быстро поймете, что это не только неправильно, но даже небезопасно. А еще неожиданно, но безопасности не способствует крутой адаптивный свет, который ночью начинает выступать естественным ограничителем скорости. Когда был ксенон, у BMW всегда был самый лучший свет среди всех машин в мире на планете. Что удивительно, потому что линзы как бы все производители использовали одинаковые. Но у BMW, видимо, были какие-то свои блоки рожек, какие-то свои лампы, и в итоге BMW-шный ксенон был самым крутым на свете. Ты видел все, и практически не выгорали эти линзы. А вот сейчас эра диодов только что смотрится красиво. Свет реально слабый, не яркий. Он неплохой. Более того, я был мега удивлен, когда увидел, что здесь адаптив. Здесь на нефиксируемом, нелюбимом, но нефиксируемом поворотничке есть кнопка адаптивного дальнего. И здесь свет может устраивать такие же светопредставления, как на семерке BMW. Но этого не видно, потому что просто тупо не хватает яркости. Но, разумеется, главная проблема трешки не свет. Единственное, что ее убивает, это ограничения. Камеры, ремонты, знак 70 на идеальном трехполосном шоссе, владельцы Land Cruiser в обвесе Кхан, пробки. Трешка непригодна для того, чтобы стоять. Это хищник, для которого движение – это не смысл жизни, это и есть жизнь. И не важно, сколько у тебя цилиндров под капотом, 3 или 6, главное – это видовая принадлежность. BMW. Но если количество цилиндров не важно, чем же тогда меряются владельцы трешек? Конечно, комплектациями. Странный, но очень сильный фетиш. И про него традиционно уже гораздо лучше расскажет Владимир. Разумеется, совершенно непредвзято. Я обожаю BMW. Вот что хотите, пишите, и что хотите, со мной делайте. К этой поездке я особым образом подготовился и даже приоделся в стиле BMW. Да, блин, очки не те. Да, конечно, в душе я вот мечтаю о Porsche 911, но я прекрасно понимаю, что когда у меня появятся на него деньги, вероятнее всего я куплю себе, ну, скажем, BMW i8. Потому что эти ребята слишком ответственно и скрупулезно подходят к автомобилестроению. Эти машины получаются слишком хорошими. Посадка в них максимально удобная, эргономика идеальная, все системы работают плавно, понятно и интуитивно. Всем привет. Всем привет, меня зовут Владимир, и я BMW дрочу. Привет, Владимир. Как только ты сел в BMW, ты сразу к нему привык, потому что это как хорошие кроссовки или какой-нибудь спортивный костюм. В нем можно и по делам, можно и в ресторан, или просто в свое удовольствие для здоровья на пробежку. И совершенно особенное место среди всех BMW занимает трешка BMW, третья серия, флагман компании. Да, я прекрасно знаю, что флагман компании BMW – это седьмая серия, но все прекрасно понимают, что настоящий народный флагман – это именно третья серия, потому что она продается лучше всех, потому что она лучше всех. Привет! Привет, найн! Верботен, русский швайн! Машина, которую мы сегодня перегоняем, была мне особенно интересна по двум причинам.
Во-первых, это рестайловый BMW 320D с новым мотором B47. А во-вторых, на момент покупки это был самый дешевый 320D универсал, который можно было купить в Германии у официального дилера. Давайте же посмотрим, что нам досталось. И вы только посмотрите на его состояние. Педали чистые, не затертые, чистая оптика, передний бампер, на кузове ни царапинки, ни скола, салон чистый и красивый, а декоративные глянцевые планки в салоне сохранились даже лучше, чем в C220D с пробегом 60 тысяч километров. Только вот здесь, у правого плеча водителя, есть какая-то небольшая странная затертость. Это абсолютно загадочный дефект, потому что здесь никак не сказывается пробег, ведь водитель этим плечом эту зону, видите, никак, короче, не задевает. Понятное дело, что это случилось не от времени, а просто здесь вот произошло какое-то событие. И мне всегда было бы интересно вот узнать историю подобных дефектов. Поэтому, если вдруг у вас есть какая-нибудь версия, обязательно напишите в комментарии. Многие подборщики над нами, ну, так подшучивают, мол, вы, ребята, так несерьезно определяете пробег, там, считаете всякие сколы, царапинки и прочее. Но если бы вы покупали этот автомобиль, не пользуясь методами авторевизора и не смотрели там на сколы, на стертые педали, на протертое кресло, вы бы с вероятностью 100% ошиблись и не угадали пробег. Потому что эта машина, это как вот история Дориана Грея. Вы помните историю Дориана Грея? Я вам напомню. Ему нарисовали портрет, и что бы Дориан Грей ни делал, с ним не становилось ничего. А старел и уродовался только его портрет. Также и с этой машиной. С этой машиной не происходит ничего от времени. Стареет только ее ключ. Конечно же, хочется отметить, до чего здесь крутая комплектация. Адаптивный круиз-контроль с удержанием дистанции, превентивное торможение при резком сближении с препятствием, проекционный дисплей, который я особо не люблю, но Кирюха с него тащится. В этой трешке есть head-up дисплей, и я его обожаю, потому что у BMW самый лучший head-up дисплей среди всех производителей. Может быть, не самый красивый, может быть, не самый яркий, но он самый понятный. Он висит именно в том месте, где надо. Ну, я про виртуальное расстояние, про виртуальную высоту. И первое, что я делаю, садясь за руль BMW, это включаю head-up дисплей. Адаптивные диодные фары с автоматическим контролем дальнего света и освещением поворотов. Навигация, расширенная приборная панель, M-Sport подвеска. Между прочим, подвеска действительно очень хороша до сих пор. Она до сих пор прям как новая. Она довольно жесткая, но при этом энергоемкая и очень информативная. Можно прям вот крестиком по дороге вышивать реально точный крутой инструмент. Комфортно я ее назвать не могу. Она настроена скорее вот в драйверский уклон, такой вот прям в водительство, в крутой, в рулизм. По немецкой брусчатке зачастую было очень-очень зубодробительно. Датчики давления в шинах, бесключевой доступ с упрощенным доступом в багажник. И да, здесь он реально неплохо работает. Этого может быть не видно на первый взгляд, но в этой машине есть ассистент удержания в полосе. Вот посмотрите, да, полоса идет ровно, вот и видно даже вот малейшие какие-то подруливания. Ну смотри, она на поворотник заведена. Офигеть, офигеть. Так, ну и долго он вот, ну как по твоему опыту, вот он долго вот так вот позволяет держать руль? Ну, руки не класть на руль долго. Вот BMW-шный ассистент очень долго не ругается. Не могу не отметить странный переходный недорестайлинг 2015 года. Здесь уже стоят новые бампера, новая оптика и отделка салона с контурной подсветкой. Но мультимедиа предыдущего поколения, приборная панель предыдущего поколения, нефиксируемые поворотники и датчик дождя с кнопочкой авто. В полноценном рестайле с 2016 года поворотники уже вернули фиксируемые, а датчик дождя стал активироваться рычажком. Да и сами подрулевые рычажки стали немного другой формы. Мне не нравятся нефиксируемые поворотники. На BMW все равно лучшие нефиксируемые поворотники из тех, которые есть у автопроизводителей, но мне больше нравится вот как у Володьки на его единичке фиксированные поворотники. Странно, что здесь их нету. Ну, просто это потому, что это по-пердунски. Знаете, вот 20 лет почти мы боролись за их возвращение. И победили. Ну и в довершение парочка слов о кузове. Универсалы – убогое говнище, нельзя сделать красивой практичную вещь. Но универсалы BMW прикольные, потому что у них открывается заднее стеклышко. Такого больше ни у кого нет. На самом деле я готов признать, что с некоторых ракурсов универсалы смотрятся, ну, действительно красиво и довольно-таки сексуально. Но эти ракурсы... Вот два года, ребят, вы не представляете, каких усилий мне стоили эти слова, но
Какая разница? Цель достигнута, зерно в голову этого парня поселено. Но, к сожалению, этих ракурсов очень мало, и они моментально ускользают. И вот я вижу уже не красивый туринг, а катафалк. Да, похоже, кто-то застрял на третьей стадии принятия неизбежного, что универсал — это единственно правильный кузов. Но, возможно, катафалк мерещился Владимиру по причине того, каким образом он получил некоторые кадры для этого видео. Встаю на скутер, еду, снимаю, короче, тачку, прикиньте. Кто же будет рисковать своей жопой? Конечно же, Володя! Вот так вот это происходит. А вот и Кирюха едет. И поверьте, вам лучше не знать, каким образом он снимал автомобиль на скорости. Если что, вот так вот, просто вот так вот, никак, в Польше закончился единственный автобан. Вот такой вот ты делаешь маневрик, как бы, и дальше уже через город, будь любезен. Ну вот какой город при Сергее Семеновиче точно не похорошел, так это Варшава. Тем временем, под пламенное одобрение темпов работы польской границы, мы покинули Польшу. Так на границе отмечают время. Это значит, час прошел еще и ничего не произошло. А, это 20:30 означало. Ночевка в Бресте, быстрый завтрак, и мы снова в дороге. Наше первое пересечение границы в 2020 году, и все равно 5 часов. Поляки нас держали 4 часа, белорусы оформили за час. Топ. Пулей прошли. Фантастика. И Вадим, граница, ты просил передать тебе привет. Привет. Снова бескрайние красивые поля Белоруссии и милые сердцу добрые простые названия. Ну вот, например, Петькович. Да не, ну сколько раз вам повторят, что нема такого города. Есть только Фецковичи. Еще забавный случай был на границе. Перед самой границей в Польше, в том самом месте, где нас когда-то остановили на шестерке поляки. Контрольная дорога, покажем вестожинские документы для контроля. Зачнем от початку. Пана паспорт. Бац, нас обгоняет лихо по встречке со скоростью 400 км в час. Шаран и Пассат. Два белорусских перегонщика их гнали. Когда уже проходили на белорусской стороне, оформлялись, оказалось, что у этих ребят какая-то ошибка в доверенности. Обе их машины, вот две машины, которые они перегоняли, остаются на границе, а ребята дальше едут пешком. Они из Гомеля, им нужно ехать в Гомель, исправлять доверенность и возвращаться обратно на границу. А ребята подходят к нам, говорят: «О, вы же русские, вы же туда, на Москву едете?» Говорим: «Ну да». Говорит: «А вы как едете на Москву?» Говорим: «Ну, то есть как, вот, посмотри карту, вот же она прямая, Минск, Смоленск, Москва». И тут attention. Говорит: «Да вы шо, ребята? Да через Минск и Смоленск на Москву никто не ездит, вы шо, там плохая дорога?» Да все на Москву ездят через Гомель. Кстати, ребят, а подкиньте нас заодно, пожалуйста, в Гомель. Обязательно проверяйте перед тем, как ехать за машиной, все документы, все закорючки, чтобы все печати стояли, все подписи стояли и все данные, вообще все, что только можно. До самого последнего знака все было верно, никаких опечаток, исправлений и прочего. Езда по Белоруссии на БМВ – это мучение. Нет, дело не в дорогах, дело в штрафах и суровости наказания. Ведь, как вы уже поняли, быть панькой – это не удел БМВ. Че, чем-то ему не понравилось. Супер грозным видом нас остановили. Достает свой планшет, кто-то в него вбивает, смотрит грозно очень на нашу машину, на наши номера, на нашу машину, на наши номера, на нашего водителя. Еще очень более грозным становится. И тут вдруг бац, такой улыбается, говорит: «Все здорово, пожалуйста, сказала, будьте езжайте на Москву туда». Поменяв остатки братской валюты на топливо, мы продолжили свой путь домой. Выезжаем из Белоруссии, сдали устройство для оплаты дорог, транспондер, получили за него залог. Залог потратили в бак, пустили, потому что залог выдается в белорусских деньгах. Это получилось вот столько. На 624 километра. В общем, трешка, просто неприлично экономичный автомобиль. Мерседес, ай-яй-яй, позор. Как можно было на механике так много жрать? Загадка.
Под конец путешествия можно рассказать и о кое-каких цифрах, ведь, как вы поняли, они в трешке не главное, хотя и они очень радуют. Наша машина оказалась неприлично экономичной. Ощутимо экономичный Мерседеса С-класса, который мы привозили ранее. При этом трешка неприлично быстрее. Даже дизельная 320-я полностью подтверждает репутацию автомобиля, для которого разгон после 200 только начинается. И да, эта скорость на спидометре оказывается пугающе быстро и гораздо чаще, чем ты ожидаешь. Ну а мы, наконец, дома, и пришло время побороть последнее заблуждение и рассказать про надежность F30. Самое бестолковое клише. Как только вы купите BMW с пробегом, вы сразу же разоритесь. Так давайте попробуем узнать, в какую сумму обойдется содержание нашего автомобиля с пробегом. Сколько денег эта машина потребует прямо сейчас. Сначала мы хотели отдать автомобиль на проверку официальному дилеру. Но к официальному дилеру на проверку мы уже как-то заезжали. Вот тут вот ссылочка будет на ролик. И, если честно, я остался не вполне доволен. Мне показалось, что проверка у дилера недостаточно глубокая и тщательная. Поэтому мы обратимся в место, где автомобиль перед покупкой проверяют максимально тщательно. Авторевизоры экспертиза. Обсоси мою жопу, экспертиза. Все, что вам нужно знать про надежность тройки BMW в кузове F30, берите рестайлинг. Более того, цены на эти машины сейчас такие, что я искренне не понимаю, почему на дорогах осталось еще что-то, кроме трешек. В описании к этому видео для вас лежит ссылка на авто.ру с ценами на BMW 3 серии в кузове F30. И если вы ее откроете, то увидите, что рестайлинговую трешку сейчас можно купить уже меньше, чем за 900 тысяч рублей. Однако и цены на дорез сейчас низкие, как никогда, от 650 тысяч рублей. Почему же мне тогда не купить дорез, спросите вы? Чтобы оставаться в неведении и продолжать не знать, что такое цепи, ваносы, масляные насосы, ТНВД, форсунки, турбины, вкладыши и кулак дружбы. Просто поверьте на слово, что в любом из моторов серии N легко растворится вся разница цены с рестайлом. Да, когда этим машинам было по 3 года, можно было спокойно связываться с божественным дизельным N47. Но стоимость содержания этого агрегата в возрасте старше 5 лет и пробеги за 200 тысяч километров может сильно подпортить впечатление от этого чудесного автомобиля. Ведь в остальном F30 отличается практически образцовой надежностью. Из родовых болячек можно отметить лишь стук рейки, с которым на самом деле можно ездить очень долго. Ну и, конечно, скрип копеечных задних сайлентблоков, которые, кажется, не победить никогда. Конечно, не забудем неудачную конструкцию раздаточной коробки с ампутированным масляным насосом, но, если честно, досаждает она в основном на X3. Ну и, конечно, при покупке BMW первым делом смотрим на владельца. К сожалению, общественно-социальные фильтры иногда дают сбой, и люди, которые должны были купить Infiniti, прорываются через этот фильтр и покупают таки BMW. В этом случае будьте готовы, что на замену могут попроситься не только карданные валы и привода, но и вся подвеска, коробка и вообще вся машина целиком. Но если вы все же ищете дорестайлинговые машины и вам удалось найти нормального владельца, то мой совет однозначен. Занимайте денег где угодно и берите рестайлинг. В нем вылечили большую часть болячек, глюки электрики, вылечили неудачное крепление рулевой рейки. У рестайлинга B-моторы, моторы серии B, которые пока показывают отменную живучесть, даже трехцилиндровые. И при этом у них гораздо более дешевые расходники и комплектующие. И если вы возьмете рестайлинг, то ваши затраты на содержание машины будут составлять... Впрочем, давайте не будем гадать, а узнаем сумму затрат на живом примере нашей машины. Спасибочки. Диагностика перед покупкой. Аккумулятор рекомендуется обновить весной. Все остальное у нас в норме. Так, автомобиль полностью исправен. Так, а что же у нас тогда в рекомендациях? Рекомендация пропылесосить. Еще раз, для всех фанатиков японской надежности. Все это время вам жестоко промывали мозги. И вот вам доказательство. Единственное, что нужно сделать в нашем BMW, пропылесосить. И эта машина с пробегом. А, мы до сих пор не сказали, какой пробег. Ха, вы представляете? Ой, ну мы дуралеи. Вам это точно понравится. За свою жизнь эта машина проехала больше 220 тысяч километров. В итоге главная проблема трешки в том, что она слишком хороша и неоправданно доступна.
На самом деле, правильнее было бы сделать ее недоступной, эксклюзивной, дороже Вейрона. Это была бы уместная плата за фантастическую инженерию, благодаря которой удалось сделать гражданскую, массовую машину настолько провокационной, комфортной и безопасной. И тогда все бы стало на свои места, трешка была бы у всех только на постерах. А от того, что ее можно пойти и купить, всем только хуже. Потому что из-за нее... Нет, конечно же, благодаря ей мы все становимся асфальто-бензинозависимыми маньяками.